Друзья, всем привет! Всем привет! Поздравляю всех выпускников с последним звонком сегодня, 21-го. Очень многие детки выпускаются с 11 класса, кто-то, может быть, из садика. Всех поздравляю! Представляю, какое сейчас волнительное время у вас начинается, куда поступить, куда пойти дальше. У нас у соседей тоже девочка закончила 11 класс. Мы ее поздравляем. Посмотрите, какая красота расцвела. Всем деткам желаю поступить туда, куда они хотят. Именно там, где им будет комфортно учиться и в дальнейшем жить. Вот она моя. Покажу вам все цветочки свои с утра. Красивые. Уже, конечно, цветают потихоньку. И пойду работать. Время 7 утра. Я пройдусь, посмотрю, где что вперед нужно сделать, где, может быть, что-то полить, подлить. Видите, какие ирисы. Моя выгребная яма потихоньку украшается. Посмотрите, да, уже вот хосты, они уже ей дали как бы вид. И вот это вот я сколько расползается, так вот расползется и будет. Дальше я ей не буду, дальше хостов я ей не буду давать, потому что там уже розы и все прочее. И вот только вот по этому кругу она должна расползтись. Так, идемте дальше. Гортензия как хорошо листики дала, умничка прям. Гортензия подарок, ну, вернее, уникум. Она в подарок шла мне. Вот такая она. Я ее тут камушками защитила, чтобы коты не скакали по ней. Вот. Яблочки на этой яблоньке. Посмотрите, даже завязала. Видите, вот у нее ножка, она у нее вся корявая, больная. Вообще сказали, что эту яблоню нужно, ну, убрать, как бы у нее там. Нога все равно у нее когда-то погибнет. Но она пыжится, пыжится и дает, видите, урожай. Бедненькая. Бегай у нее, хорошая девчоночка. Бегай, хорошая. Чем занимаешься сегодня? Вонь, какие дела у тебя? Мне помогаешь? Пойдем еще сходим сюда, в цветочки наши красивые. Может, что-то тут еще расцвело, на пиончик полюбуемся. Пион, красавчик. Опа! Сейчас я вам что-то покажу, уже увидела я. Что-то сейчас я вам покажу. Сейчас, секундочку, проберусь через заросли роз. Смотрите-ка, первая розочка распустилась. О, ну все, дело. А вон еще, вон там внутри. Еще одна. Вон, малюська. Да, дело пошло. И тут пион распустился. Скоро все здесь зацветет. Да. Бурлица моя. Любуемся еще ирисами. Ирисы еще цветут, еще не все распустились. Красавчики. Вигелой тоже любуемся. Она тоже недолго. Недельку и начинает осыпаться. Даже уже кучка лежит. На улице тоже ирисы доцветают. Красавчики. О, скворцы летают. Насколько высоченные. Следующие идут лилии после ирисов. Идут лилии вот эти вот большие, белые. Они тоже уже, видите, бутоны набирают.
Лилии у меня вот так вдоль забора. Целый ряд. Акерия цветает и снова зацветает, отцветает и снова зацветает. Беспрерывно у нее. Так, новый еще ирис зацветает. Смотрите, какой. Нежно-желтенький. Вот, вот, вот. Вон сколько много он среди винограда. Расцветет скоро. Скалолазка. Ай, скалолазка. Ой, вся в мамашу. Куда полезла? Микуша. А, Микуша, куда полезла? Ой, когти-то, когти-то у тебя вообще мощные. Давай, давай, жирок растряхивай, а то что-то ты толстая стала у нас. Толстушка. Ты толстушка? Ой, скажи, как я сейчас налазиюсь. Ох, зацепился коготь, да ё-моё. Все? Мика, тебе звездка в глаз попала, белая. Идемте дальше тяпать. Два дерева вчера обтяпала. Микуша, нельзя в теплицу. Видишь, я закрыла от тебя. Пойдем тяпать деревья, пойдем. Травку. Вчера еще чеснок тут. Уже вечером поздно полола. Вот эта грядка у меня пустая стоит. Надо будет что-то покупать или что-то подсадить. Так, две вишни протяпала. Сейчас вот еще два дерева сделаю. Хулиганка, по капусте не прыгай. Не хватает тех котов, еще тебя тут терпеть. Совесть имей. А, видите, как туда мульчу сделала. Это уже лишнюю траву. Сейчас тут вот курочкам вот эту нарву. Как раз утро. Я им еще не давала. Помогать пришла? Еще одна помощница. Боню, что ли, заменила? Ты, боже ж мой, лапки не замарай свои белючие. Мика, не подглядывай. Сейчас солнышко выглянет, тучка уйдет. Эх, все, принимаюсь за дело. Смотрите, курочки ее. Мика, на курочек нельзя. Они ее не видели. Скажет, что за новая кошка? Хулиганка такая. Все облазила, все. Сейчас тебе Гоша-то задаст дрозда, если ты будешь к ним лезть. Не лезь. Да, Гошенька, скажи, я курочек защищать буду. У Гоши, наверное, нынче детки будут. Я несколько яиц его уже с... Он 3 дня у нас прожил. Как раз там совпало с тем, что мы закладывали инкубацию. 30 мы покупали. Ну и от Гоши, вернее, от наших курочек там я штук 12 положила. По-моему, 8 с птенцами. Если все нормально будет. Может, чуть меньше. В купленных тоже не все оплодотворенные оказались. Несколько были просто пустые. Ладненько, ну что, работать надо. Мики хорошо носится, а мне-то работать надо. Пропалола одно деревце, да пошла тесто завести на булочки. Поставлю сейчас что-нибудь. Надо своих кормить. Смотрите, каждый день показываю вам эту астильба, да? Она прям растет не по дням, а по часам. Вчера показала, сегодня. Сегодня пришла, она уже до... Ручки доросла. Вообще.
Вот классные саженцы. Вот это я понимаю. Спасибо огромное садовому раю. Опять неприятности. Пришла с утра, а курочка хромая умерла. Представляете? Что-то вот все-таки она сделала с ногой такое, что мы ничем не смогли ей помочь. Вроде педикюр ей сделали, посмотрели. Бесполезно. Она вчера не ела, а сегодня умерла. Вот такие вот потери бывают. Ну ничего, цыплятки будут. Сейчас я нарежу цыплятам мокрица. Нарвала свеженького. Это я уже тем пятерым, я уже и мокрица режу. Ну и лука, конечно, даю, и сухой корм старт. И мокрец хороший пока, надо давать. Кладезь витаминов. Не кушаю. Сейчас пойдем к ним. Вот они, они. Добрые утро. Красавчики, добрые утро. Как вы тут у меня? Водичка есть, еще лук есть, да? Мокрица вам принесла. Ох, накидали, накакили. Ой, какой красивый цыпленочек. Кто боится лохматушки? Лохматушечки. Видите, все полотенце оплатили. Ну, я вечером уберу. Сейчас уже не буду. Травку вам принесла. Кушайте. Кушайте, мои сладкие. Полбанки выпили. Полбанки осталось еще. Скоро уже малыши выведутся. 25-го. Сегодня 21-е. Начнут выводиться. Куда-то надо будет их тоже мастерить. Какую-то коробку. Дюшата еще маленькие. Оттуда не уберешь. Дюшатам пятый день сегодня. Коробочку им приспособила вот такую. Положила там на дно какую-то железку, чтобы не переворачивали коробку, чтобы она тяжелая была. Они пластмассовые коробки мигом переворачивают, а стеклянные нет. Ну тут все вместе лук и мокрец смешал и с яйцом. И сидят. Вот такие трусики. Трусики такие. Вот это. Вот это. Кто трусик тут? Кто трусик? Это же не я. Лохматушки такие на пальцы ходят. Вот этот вот первенький черный. Остальные 5 числа родились. Вылупились. Тык-тык-тык-тык. Бегунки. Бегунки. Ладно, не буду вас тревожить. Вы все переживались. Все, кушайте. Какой сегодня ветер сумасшедший, друзья. Я пошла собирать клубнику. Клубничку первую. Ну, первую не первую, но какая-то есть. Так, это еще с белым бочком. Это тоже с белым. Что такое? Ага, вот красненькая. Пойдет. Хочется первую прям съесть, пока слизни не съели. Мы ее сорвем вперед. Это у нас гора Эверест. Начинается, все начинается. Клубничная неделя. Так, сейчас пока нет, пойдемте в эту сторону. Ну, ветер, ой-ой-ой, весь абрикос скинет, весь. Вот она, Азия поспела. Ай, красавица. Там еще беленькая. Вот. О, это еще с беленьким. Ладно, пусть лежит. Хочется сорвать.
скоро распробуют слизни и начнут тут фестивалить вперед нас. Мы с ними все время перегонки. Кто вперед, кто вперед? Они или мы? Так, надо будет посыпать. Ну, что-то мало здесь. Так, пойдемте вон туда лучше. Вон там у нас есть ягодка. Вот она. Вот она. Тоже с белым носиком. Не буду. Белым носиком. Вот здесь вот можно сорвать. Трава-то как. До вечера. Оставлю до вечера. Ой. И вот здесь вот. Во. Вот это. Вот это. Так, это до вечера. На солнышке лежит. Ну, хватит. Как говорится, хорошего помаленьку, правильно же? Сумасшедший ветер, когда ты дуть-то перестанешь. Это что ж такое творится-то? Ужас. Ягода на самом деле вот крупная, да? Видите, какая? Но еще не вся красная. Так что вот, ребятки, вот такая вот клубника у нас пошла. Угощаю всех. Нынче вам мало буду варенье варить, будем в основном кушать. Теплица скоро разлетится от такого ветра, прямо сдувает.